Всем привет, ребят. Ну что, мы на аккаунте победителя еженедельки. И сегодня у нас, как обычно, трешечок. Что у нас интересного? Большой пак. Постараемся собрать огника. Скин на духа у него есть. Начало духа. Говорю на духа, на этого, на космо. В общем, вот так вот. Ник Бесявый. Находится он в гильдии Русский дух. Первое, второе, третье места. Силу в кулак, волю в узду, в работу впрягайся с маха, отбегал БГ, посылай. Короче, вы поняли. Вот такой вот трешачок. Дальше рекламить гильдию мы не будем. Ну, в принципе, хороший русский дух. Так, отлично. Смотрим на аккаунт. Что за аккаунт у нас сегодня? Донатный, не донатный. Ну, немножко донатный. Окей. Поехали дальше, смотрим. Шапку забрали. Отлично. А у него до этого шапки не было. Походу. А, нет. Все-таки была. Или она сразу открылась, по идее. Сейчас глянем алтарь. Да, она сразу же в алтарь падает. Вот так вот сразу вытащили ему шапочку. Отлично. Что по ресурсикам? Ну, такое себе. Так, а что по героям? Обратно возвращаемся. 72-86. Так, рогатка. Огник. Ворожея нет. Ледяха. Ой, тут еще ролик даже. Это интересно. Ну ладно, поехали, пока пробежимся по акциям, посмотрим, что там у нас по акциям сегодня есть. Так, кручу-верчу. Так, ну тут такие себе плюшки, не ахти. Хорошо, забираем. Получить все, отлично. Мега мы все забрали. Так, надо увеличить походу ему рюкзачок. Так, отлично. Получить все. Так, хорошо, смотрим дальше. Выращивай призы. Ну, давайте тоже. Зайдем уже, все акции позабираем, потом пооткрываем, что у нас там получилось. Так, 5 карт входа в Колизей, неплохо. Мешок осколков. Значки почета. Бум. Карта легендарного героя, акция. Ну и это хорошо, в принципе. Так, понятно, рубашка и вверх. Смотрим, что у нас здесь интересного есть. Может, тут что-то хорошее. О, поменяли анимашку, давно я уже сюда не заходил. 200 кристаллов. Че-то весна, у нас только начался Новый год. Ну, бывает. Че сказать, это же русский сервер. Неудивительно. Вот если сравнить, здесь какие-то, блин, КГшки дают. На английском сервере уже бы половина алтаря героев было. Интересно, мы хоть одного героя отсюда вытащим?
Просто жесть. Смешно на это смотреть. Так, понятно. Поехали разбивать яйца. Разбиваем яйца русским IGG. Так. 12 попыток, но тут опять же. Тут фиг, что словишь. Железная воля, первый сет, ребятушки. Рвение, первый сет. Это просто жестко. Махатма, вот это интересно было. Сглянем. У него, по-моему, Махатма есть. Ну, неожиданно так. На какой-то там пятой, шестой попытке. Махнатка. Удивили. Хотя она как обычная награда. Так, сокровищница, затрату, таланты. Кузница, лепрекона. Так. Подарки тут у нас еще идем. Смотреть плюшечки. Ну, выживание, пятый сет, в принципе, тоже неплохо. Ящик славы, отлично. Супер. Супер награды, супер плюшки. Забрать все. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали. Глянем, что у него. Что-то есть по осколкам огника, нету. Дух света. Правду я говорил, что дух. Так. 14 осколков огника. Ну что, поехали. Поехали, будем трешивать. У нас куча. Бум, 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 бум. 15. 10. 100. Ну все, ребятушки. Ну можем его, думаю, поздравить с огником. А может и нет. Сейчас посмотрим. 15. Конечно, да. 180. Просто изи. Просто изи огник. Ну что, поздравляю. Отлично. Поехали, меняем. Блин, полтора огника. Почти. Супер. Чик. Такс. Огник даже там с каким-то талантиком у нас, богом войны. Ничего себе. Есть у него какие-то таланты? Нету никаких талантов. Печально все. Поехали открыть. Смотрим, что тут у нас. Психощит. Нифига себе. Пакт. Отлично. Гнев. Ложный. Ложный. Гнев. Да давайте имбаруну уже. Опять гнев. Да что ты так... Что за жесть? Что, издеваетесь, что ли? Посмотрите, сколько гнева. Ну, бесявый вот так вот ему и падает. Пакт еще... О, отлично, третий пакт. Психощит восьмой. Блин, да дайте ремку хотя бы одну. Бум. Жесть, конечно. Ну, как по мне, реально, тоже очень круто. Такс. Что тут у нас еще? А, вот еще одна шапка. Это я не понял. То ли у него была, хотя вряд ли какая у него была. Это моя, еще одна выпала. Две шапки получается подряд. В общем, неважно. А, окей. Окей, окей, окей. А, так, что у нас там еще с плюх осталось? Все понятно. По кулаках у него печалька. Понятно. Поехали. Попробуем что-то словить. Сегодня еще акция таланты выигрывают. Орка, ну, в принципе, как вариант. Давайте так, до 25к, а потом, если что, паролем героя попробуем выбить ему что-то.
какую-то недостающую имбу. С талантами он все равно со временем разберется. Стойкость. Ну, можно пока на первое время поставить. Такс, ну что, как по мне, уже отлично, очень даже. Так, нам надо будет в сокровищницу забежать. А что тут за таланты, давайте посмотрим. Может, тут какие-то интересные плюхи начали давать. Давно я уже не трешевал на русском сервере. Карта мир героя, это фигня походу. 100 талантов мы тоже не переролим. В общем, ладно. Так, что я хотел? КГшки у него есть. И КГшек у него нет. В общем, у него все печально для прокачки. Такс. Так, хотел я героев посмотреть. То нам надо выбить. Бигфут. Космо. Трифит. КБшка. Ворожей. Дрейк. Окей. Поехали, попробуем испытать удачу. Смерть. Сразу же слоты на складку. Пидон. Сноу. Блин, а был бы пират, как на английском сервере. Смерть. Триантик. Ну, заодно и увеличим ему алтарь. Давайте, блин, имбу, что такое? Что за русский сервер? Это жесть какая-то. Князь тыква. Я бы у себя на английском уже там не знаю, сколько найти. Выбил бы имба героев. Ну, бочка это однозначно топчик. Ну... Просто жесть, ребят. Это печально все. Вот это русский сервер. Вот это русский сервер, да, ребят. ПБшка у него уже есть. Отлично, малышник. Еще бы нам космос сюда вытащить. Малышник, но это не космо. И за 150. Ну что, поздравляю. Еще один недостающий герой. Итого вообще сегодня отлично у нас... Все получилось. Бум. И ПБшка у него есть. Вот так вот. Еще плюс один герой. Блин, ворожая нет. Это жесть какая-то. Как это так? Как это так? Вот как это так? Так, хорошо, поехали. В сокровищницу сбегаем. Посмотрим, что тут еще тоже падает. Интересно на это посмотреть. Так, кристаллики, ледяной феникс, ПБшка. Ну, ледяху бы отсюда, конечно, было бы очень круто вытащить, но я не знаю. Или вот тут заклинательница, ничего себе. Может, упадет? А вдруг? Ну, я думаю, вряд ли. Мешки падают в основном. Карта выносливости. Да, забыл я уже, что такое эти акции на русском сервере. На английском повеселее, конечно. Так, отлично. Я думаю, отлично, мы прокачали аккаунт. Так, еще осталась куча всякой фигни. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.